Всем привет, это Сами с Усами, давно на канале нет видосиков, в группе тоже посты особо не публикуются, все, ребят, очень, мальчики, девочки, все очень просто. Есть у меня кое-какие трудности, в общем, лежу я уже в больнице, так, в больнице конкретно я уже лежу дней 10, да никак, не дней 10, а точно 10, да. Отпустили меня на выходные, в общем, решил вам записать вот по этому видосик, завтра поеду назад. Надеюсь, скоро это закончится. В общем, а пока вот такие вот дела. Поэтому тихо и в группе, тихо и на канале. Так как занимаюсь, получается, я же сам по себе. У меня помощников нету. Поэтому у меня вот такие вот трудности. И опять же, хотелось бы, что, конечно, не круто, но все же хотелось бы попросить, если есть те, кто может мне помочь, ссылочка на донейт, на карточку, правильно сказать, будет в описании под видео, потому что все офигенно дорого. О, все офигенно дорого, да. Ну и давайте теперь посмотрим небольшой лайфхак, микролайфхак по машинке, которую мне подарил Вовчик. Вовчик, огромнейшее тебе спасибо. И делать мы будем к ней зеркало. Просто по приколу. Есть у меня вот такая бутылка воды, лежит уже давно. Сейчас мы из нее приспособим. Здесь есть вот такая лапка. Я сейчас ближе покажу в кадре. Просто, все супер просто. Вот здесь есть лапочка, которая держала как блокиратор крышку. Вы ее отрываете и потом можете пользоваться бутылкой. Вот эта штучка, это уже готовое зеркало. Все супер просто. Давайте сделаем и посмотрим, что из этого получится. Ну и всем, кто поможет, огромнейшее вам спасибо. Я вам очень буду признателен. Поехали. Вот наш автомобильчик. Я думаю, все его видели. Заготовка отличная для переделки, для доработки. По сути, батареечный экземпляр. Вот здесь была кнопочка, она запала. Она запала. Я думаю, она работает. Так, для изготовления мы воспользуемся вот такой вот бутылкой. Она, конечно, жопленная, я в нее просто горячую воду наливал. Вот такая бутылка. И вот здесь есть вот такая пумпочка. Она была, это я уже согнул, она была вот так прямо. И, в общем, вот эта самая пумпочка, это уже готовое зеркало. Нам вообще, в принципе, делать-то ничего особо не надо. Хоп, всего бутылку можно в списание. Вот вам и готовое зеркало. Оно пока что такой прозрачный пластик, плохо видно. Срежем здесь лишнюю стойку. Оп. Конечно, это годится как вариант только для изготовления одностороннего зеркала. То есть оно будет на одну сторону. Можно сделать его вот таким вот образом. Но я хочу сделать так, как у меня, соответственно, руль здесь, я сделаю его на эту сторону. Я его просто вот так согну. И засверлю в стойку двери. Так, для самой пленочки буду использовать скотч фольгированный. Крашу за колхожу, конечно, в этот раз, так как мне сильно времени нет что-то сделать супер адекватное. Покрашу обычным акрилом и все лаком для ногтей женским. Посмотрим, что у меня из этого, конечно, получится. Так, получилось вот такое вот отверстие. Теперь мы берем зеркальце и красим. Ну и в завершении у нас получается вот такое вот прикольненькое зеркало. Как я уже сказал, чисто вариант односторонний. Подойдет не каждому, но выглядит очень даже неплохо. Своеобразно, как и сам автомобильчик. Вот такое получилось у нас забавное зеркало. Ну и как всегда, зеркальная пленка делается методом фольгированного скотча. Вот такой вот скотч. Самоклейка, вырезаете нужный кусочек, вот я отрезал,
и просто вклеиваете. Он самоклейка, проблем не возникнет. Вот такой вот микро-лайфхак. Ну, если вам видосик понравился, буду признателен за большущий пальчик вверх. Обязательно оставляем комментарий под видео, подписываемся на канал. Всем спасибо, пока-пока, увидимся. В общем, как выпишусь из больницы, так и начнем, надеюсь, что-то делать. Вот такие дела. Пока-пока, дорогие друзья. Пока-пока. До скорых встреч.